Компания «Газпром» сообщила об увеличении поставок энергоносителя в страны, которые в будущем могут стать потребителями российского газа в рамках проекта «Турецкий поток». В частности, значительно вырос экспорт в Турцию, Грецию, Сербию, Болгарию и Венгрию. Ранее «Газпром» договорился с турецкими партнерами о финансировании строительства газопровода на территории республики. Известно, что в этом году российский энергетический гигант потратит на проект больше 40 миллиардов рублей.